Профессор Мулярки, мы в лаборатории. Ха! Невелика заслуга тупицы неуклюжки. О, что бы я дал за толковых подручных. Вот он, мальчики, мокрёдий, радиоактивный изотоп, который даст энергию моему новому смертельному изобретению. Ведь здорово. Но зачем нам эти неудобные жаркие балахоны? Это сильнейший источник радиации, недоумок. Излучение убьет тебя насмерть, если не хуже. А теперь уходим. Скоро твари на поверхности затрепещут, узнав силу профессора Мулярки. Мир раскроется передо мной, как устрица! Сейчас не сезон устриц, Мулярки. Так что захлопни створки раковины. Опять этот нудный селезень, взять его! Хай-я! Проклятье! Эта настырная утка вечно потит все удовольствие. Эй, я вырос, вам не кажется? Ой, мама! Думаю, моим поклонникам это понравится. Радиация! Паук-мутант! Такой большой, большой, большой! Да, конечно. Скажите, из-за чего такой шум? Не бойся, Зигзаг, это всего-навсего радиоактивный паук-мутант. Ну-ка, насекомыш, защищайся. Чего? Я! Осторожней, еще ушибете кого-нибудь. Все в порядке, ЧП, ты жив? Не беспокойся, Зигзаг. Подумаешь, паучок куснул делов-то. А, извините, пожалуйста, я так испугался. Может, помиримся и будем играть поосторожнее? Хватит с меня игр, ты паучина переросток. Эй, ты зачем? Перестань, это отвратительно. Погоди! Уф, она крепче стального каната, не хочу. Паутина крепче сталь? Может быть, мне этот паук и пригодится. Но хорошо ли это? Он такой невинный, неопытный ребенок. Просто грех не обмануть. Мальчик мой, хочешь получить хорошую работу? А печенье там дадут?